Ну, они не открыты. Закройте шторки прямо сейчас. Как это требует законодательство. Мы туда не подходим. Закройте шторки, законодательство требует закрытые шторки. Карается, заходите вы или не заходите. Правильно же? Должны же тайно изъявляться все, да? А что стоят? Ну вот сейчас не хотят закрывать. Сейчас закрою. Каждый должен закрыться, как душе желает, высказаться, правильно? И что вы сдаете сюда? Вы что сдаете? Какие бумажки? Сотрудник милиции здесь же находится, охраняет. А что делаете здесь? Расскажите, пожалуйста. Мы газета машиностроителя, разыгрываем. А вы в курсе, что запрещено совмещать любые лотереи с выборами? А извините, пожалуйста. Конечно, обязательно делать. Так, у нас сотрудник милиции здесь еще. Из ГИБДД, представьтесь. Старший инспектор по исполнению административного. То есть вы охраняете, как люди преступления совершают? Фальсификацию выборов? Преступления. Что вы делаете? Пропаганда, агитация. Какой пропаганды, агитации? Вам работники Уралвагонзавода сдают именные билеты с номерами. Это ведется учет явки, который запрещено делать вам, и можно делать только избирательной комиссии. Также это идет принуждение к голосованию и проведению лотереи. Вот он сотрудник милиции, представляешь? Где? Вот. Владимир Александрович, у вас сейчас напротив вашего участка избирательного происходит следующее. То есть сотрудники, вот мои документы. Я согласен, но они за дорогой. Какая разница? Какая разница? Они ведут учет. Совершается преступление. Любые лотереи, связанные с выборами, запрещены. Учет избирателей запрещен всем, кроме избирательной комиссии. Принуждение к выборам запрещено. Рядом с вашим участком происходит преступление. Вы об этом знаете. Какие меры вы приняли? Сообщите, пожалуйста. Мы выходили. Выходил на выборы. Вы в милицию звонили? Звонили. Дальше что? Милиция приезжала. В избирательную комиссию вы доложили? Я не могу постоянно там, потому что мне нужно смотреть. Вышестоящую комиссию вы доложили о совершающемся преступлении рядом с участком? У меня сейчас большой наплыв. Сообщите, пожалуйста. У вас именно поэтому и наплыв, что им сказали проголосовать в первой половине дня. Это мы видели, да. Вот буквально под светофором стоял человек. Мы вызвали наряд милиции. Вот они. Так, очередная газель с лотереей. Избирательный участок 2147 на вагонке. Кошмар. Девушка, а что вы тут делаете? Расскажите. Что вы тут делаете? Расскажите. Мы забираем. Вы лотерею проводите? Нет, это не лотерея. А что это? Просто... Ну, розыгрыш призов, это не лотерея. Нет. А вы в курсе, что закон запрещает проведение любых розыгрышей призов и лотерей, связанных это с выборами? Лотерея. Розыгрыш призов запрещен. Это никак не связано. Как не связано, если вам дают эти билеты люди, которые вышли с избирательных участков, и вы стоите рядом с избирательным участком, и отдают проголосовавшие? Что? Ну вы принимаете тех, кто проголосовал за Путина. Только заводчан, которые отчитываются. Да, отчитываются. Да. Их заставили. Никаких честных выборов, правильно. Это нечестные выборы, издевательство. Согласен с вами.